поступил к нам на склад вот такой разбрасыватель удобрений компания Agrix, модель Ferti 3200. Ну, стандартный бункер 1500 и плюс система надставок дает, в общем, вот такую емкость бункера. Что касается из комплектующих, из нержавейки, ну, тут и фильтрующие сито, которые внутри бункера, задний картер тоже из нержавейки, дно бункера, соответственно, диски из нержавейки, лопатки и так далее. Вот, что касается характеристик технических, значит, тут у него гидропривод с двойным действием дозатора. Вот, ручная регулировка дозировок, ручная регулировка места падения удобрений на диск. Вот, есть также упрощенная быстрая регулировка позиционирования самих лопаток. Вот так он выглядит снаружи. Сейчас обойдем, покажем, как он выглядит сзади. Тут у нас шумновато, рядом трасса проходит, поэтому, надеюсь, меня слышно хорошо. Вот вид сзади, что тут у него. Добротный агрегат. Ну, в принципе, практически как вся зарубежная техника. Значит, что касается особенностей, тут еще внутри, в самом бункере, установлены мешалки сверхмедленного вращения. Вот, для оптимизации выхода удобрения. Здесь именно вот такие мешалки установлены. Ну, в принципе, пожалуй, все по разбрасывателю. Если будет интересно, место все прекрасно знают нашей площадки. Это Ставропольстройопторг, база. Здесь ростовская трасса. Все фермера тут, как бы наши, неоднократно ездят, знают. Можно заехать, посмотреть. Если что, позвоните, приедем, подскажем, поможем с выбором.